Привет, друзья! Сегодня я расскажу о криминальном триллере совместного производства США и Венгрии под названием «Не дыши». Вы взяли то, зачем пришли. Забирайте. Сгниешь в тюрьме, долбанная извращенец. Трое молодых людей вламываются в чужой дом и забирают все ценное. Разбив напоследок двери, они едут прочь. В эйфории от проделанного Рокки сообщает, что намерена уехать. Алекс очень хочет поехать с ней, но не может оставить отца. Придя домой, парень возвращает на место заимствованные у отца ключи. В это время Мэнни сдает краденое скупщику, и тот дает наводку на дом, в котором живет старик, дочь которого недавно погибла под колесами автомобиля. Виновная в этом женщина выплатила старику $300 000, и деньги явно где-то в доме. Парень рассказывает об этом друзьям. Алекс предупреждает. Это больше 10 лет, если их поймают, но от него нужны только универсальные ключи. Позже Алекс получает сообщение вопрос, готов ли он пойти на дело. Парень колеблется и решает найти сведения о хозяине дома в интернете. Рокки в это время кормит свою младшую сестренку Дидди, пока ее мать весело проводит время с очередным алкоголиком. Приходит сообщение от Алекса с согласием, и девушка обещает сестренке, что они скоро уедут в Калифорнию. Вечером машина взломщиков подъезжает к нужному дому. Алекс замечает на руке девушки новое тату в виде божьей коровки, и она рассказывает, что после того, как из семьи ушел отец, девочка часто плакала, за что мать запирала ее в багажнике. Однажды туда влетела божья коровка, и их стало двое. Теперь это ее талисман. Мэнни сообщает, что все дома вокруг пустые, а хозяин несколько месяцев не выходил из дома. И тут на машину бросается огромная собака, принадлежащая хозяину дома. Оказывается, что Норман слеп, потерял зрение на войне в Ираке. Алекс опять сомневается. Воровать у слепого – последнее дело. Тем не менее, ночью троица приходит к дому. Они усыпляют собаку и пытаются открыть дверь универсальным ключом Алекса, но это не удается. Внутри – засов. Компания обходит дом, но все окна зарешочены. Вход в подвал тоже заперт изнутри. Рокки предлагает впустить ее в окно. Алекс против, но девушка настаивает. Они разбивают небольшое окно, Рокки влезает внутрь и отключает сигнализацию. Она оглядывает дом и видит фото девушки, стоящей вверх ногами. Парни в это время ссорятся. Мэнни заметил интерес Алекса к девушке. Тут Рокки открывает двери, и троица проникает внутрь. Разувшись, чтобы ступать потише, компания начинает осматривать дом. Мэнни включает свет, ведь хозяин все равно не увидит этого. Каждый выбирает себе по комнате, Рокки осматривает гардеробную. Алекс обращает внимание на висячий замок на одной из дверей, пока Мэнни поднимается на второй этаж, где расположена спальня хозяина. Парень входит в комнату, где на видео маленькая девочка играет во дворе дома. Он готовит препарат, который должен гарантированно усыпить мужчину. Но тот вдруг садится в постели. Мэнни застывает на месте. Старик, выключив телевизор, опять ложится. Мэнни, впустив газ, спускается вниз. Они подходят к запертой двери, но снять замок нет никакой возможности. И тогда Мэнни достает пистолет. Алекс в шоке. Это дает право хозяину просто застрелить их. Он пытается увести Рокки из дома, но Мэнни стреляет. Замок падает. Алекс уходит. И тут открывается дверь на второй этаж. Норман вовсе не уснул. Он спускается в гостиную, пока Рокки и Мэнни застывают на месте. Но парень решает отвлечь старика и прикидывается случайным воришкой, который забрался в показавшийся пустым дом. Норман идет в его сторону и наступает на замок. Мэнни понимает, обмануть хозяина не удастся, и поднимает оружие. Хотя он предупреждает старика, тот продолжает движение, и вдруг молниеносно хватает парня за шею. Мэнни стреляет в воздух. Алекс слышит это и возвращается в дом. Старик бьет парня, а потом спрашивает о количестве воришек, но тот утверждает, что он тут один. И тогда Норман убивает его. Рокки зажимает рот, чтобы не кричать. Хозяин прислушивается, а потом спешит к двери и чуть не налетает на Алекса. Парень видит, как старик закрывает входную дверь и заколачивает окно. Рокки в это время прячется в кладовой, забившись в самый угол. Она пишет сообщение Алексу, который сидит под раковиной, буквально в паре шагов от Нормана. Он отвечает, что находится в туалете. Старик входит в кладовую. Оказывается, что именно тут спрятан сейф. И Рокки видит кодовую комбинацию цифр. Норман, убедившись, что деньги находятся на месте, закрывает сейф и уходит. Алекс добирается до Рокки и зовет ее к выходу.
Но девушка открывает сейф и вытаскивает деньги, которых оказывается гораздо больше, чем они думали. Но как теперь выбраться из дома? Они опять смотрят на вскрытую ими дверь, которая ведет в подвал, а там точно есть выход. Но тут слепой хозяин опять входит в комнату. Ребята застывают на месте, а старик тащит труп Мэнни к выходу. Под ногой Алекса начинают трещать полы, и старик вскидывает пистолет. Внезапно в сумке Мэнни начинает вибрировать телефон, и старик расслабляется, а потом возвращается к трупу Мэнни. Молодые люди спускаются в подвал и начинают искать выход. Норман чувствует чужой запах в комнате и начинает обыскивать ее. И очень быстро находит обувь Рокки и Алекса. Он понимает, что грабителей было трое, и спешит к сейфу. Обнаружив пропажу, старик приходит в ярость. Рокки и Алекс пробираются по подвалу, но никак не могут найти дверь. Алекс включает свет, и вдруг на них бросается женщина. Рокки от испуга задевает сигнальный шнур, идущий наверх к колокольчику. Повернувшись, они видят молодую девушку с заклеенным ртом, которая привязана к странному жилету оковам. Норман слышит звук колокольчика и понимает, где искать грабителей. Привязанная девушка пытается о чем-то просить пару, но Алекс торопит Рокки. Девушка протягивает им вырезку из газеты, и Рокки понимает. Это Синди, которая задавила дочь Нормана. Они должны вытащить ее отсюда. Но тут наверху становятся слышны шаги хозяина. Алекс видит еще один сейф и, набрав уже знакомый шифр, находит ключи, которыми открывает замок на поясе пленницы. Втроем они пробираются к двери. И найдя ее, наконец, Алекс открывает ее. Но за дверью оказывается Норман, который открывает стрельбу и первой же пулей убивает Синди. Алекс и Рокки пытаются спрятаться в подвале, пока Норман спускается вниз. Старик находит тело убитой и плачет над ней. А потом закрывает дверь на замок и ломает в нем ключ. Он вырубает свет в подвале и стреляет на каждый подозрительный шум. И в конце концов Норману удается схватить Алекса, но у него заканчиваются патроны, и парню удается оглушить старика. Пара выбирается наверх. И тут перед ними появляется пес старика, который преграждает им путь. В подвальную дверь раздается стук. Хозяин пришел в себя. Ребята бегут наверх, в спальню, но оказывается, что окна в ней зарешочены. Рокки выбирается из комнаты через вентиляцию, а на Алекса падает собака, отчего он, выбив окно, падает на стеклянное окно крыши. Норман вооружается своим пистолетом. Парень лежит без сознания, пока хозяин обыскивает комнату прямо под ним. Ротвейлер преследует Рокки в вентиляционной трубе, и старик отвлекается на звуки. Алекс приходит в себя и видит над собой Нормана с пистолетом. Старик стреляет, окно разбивается, и Алекс летит в подсобку. Хозяин преследует его по всему дому и нагоняет в мастерской. Завязывается драка, в процессе которой Норман бьет парня большими садовыми ножницами. Рокки удается выбить вентиляционную решетку, но тут ее все же хватает Норман. Он бьет девушку, и та теряет сознание. Рокки приходит в себя в подвале. Теперь она пристегнута на тот же жилет, что Синди. Мужчина рассказывает, что после убийства его дочери Синди должны были посадить, но у богатых свои законы. И тогда он подумал, что было бы справедливо, если бы убийца выносила для него другого ребенка. Она была беременна и погибла из-за них. Рокки должна быть наказана за это. В это время Алекс приходит в себя. Оказывается, в последний момент он сумел вывернуться из-под удара, и слепой старик вонзил ножницы в лежащий рядом мешок. Ему удается закрыть собаку в комнате. В это время Норман укладывает тело Синди в железный ящик и заливает его кислотой. Алексу удается открыть входную дверь, пока Рокки молится о спасении. Но Норман высмеивает ее веру в Бога. Он не насильник. Он обещал отпустить Синди после рождения ребенка. Но теперь ему надоело ждать. Норман поднимает Рокки с помощью веревок, закрепленных на ее жилете, а потом, достав ножницы, режет на ней одежду и пытается оплодотворить ее с помощью спринцовки, чтобы она выносила ему нового ребенка. И тут появляется Алекс и бьет старика. Пока тот отключается, он освобождает девушку. Разъяренная Рокки бьет Нормана и вгоняет его спринцовку ему же в рот. Они приковывают старика и устраивают совет. Вызвав копов, они сами попадут в полицию и лишатся денег. Норман велит им убираться прочь, ведь они получили, что хотели. Молодые люди выходят наверх и пытаются открыть двери. Но в момент, когда замок щелкает, раздается выстрел. Норман выбрался из подвала и настиг их. Алекс падает, а Рокки бежит прочь. Слепец беспомощен. Но его собака? Нет. Ротвейлер несется за девушкой. Рокки садится в машину, но собака срывает с нее рюкзак с деньгами. Девушка с трудом закрывает окна в машине и пытается придумать, как забрать рюкзак. Но пес не дает выйти наружу.
Девушке удается обмануть собаку и привязать ее на ремень в машине. Но едва добравшись до рюкзака, она опять попадает в руки Нормана. Он притаскивает ее в свой дом, где она видит погибшего Алекса. А потом на ее руку садится божья коровка. Ей удается добраться до пульта от сигнализации, и она включает его. От громкого звука хозяин теряет ориентацию. Рокки хватает гвоздодер и наносит ему несколько ударов. Старик падает в подвал и случайно стреляет в себя. Полагая, что он мертв, Рокки убегает из дома до прибытия полиции. Перед отправкой в Лос-Анджелес Рокки видит по телевизору репортаж и узнает о том, что Норман выжил. Однако он выставил все так, будто только Алекс и Мэнни проникли в его дом, и он убил их в целях самообороны, а про Рокки и деньги старик умолчал. Рокки и Дидди уезжают. Тот случай, когда не знаешь, за кого переживать. Слепой хозяин оказывается ненормальным, потерявшим разум из-за гибели горячо любимой дочери, а молодые ребята не прочь переступить через законы совести и ограбить слепого. Надо признать, что фильм смотреть не скучно, ведь каждую минуту что-то происходит. И это держит в постоянном напряжении.